Добро пожаловать в Тюменскую область. Она словно сердце на карте России. Тюмень – первый русский город в Сибири. Духовная столица Сибири – Тобольск, отец городов сибирских. Тюменская область – край великих людей и первооткрывателей. Атаман Ермак, Петр Ершов, Александр Алябьев, Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин, Фарман Салманов. Регион с богатой историей, которая оживает в современности. Тюменская область – комфортный для жизни регион. С качественными дорогами, современной социальной инфраструктурой и высокотехнологичным здравоохранением, где сохраняется естественный прирост населения и каждый год переезжают тысячи людей. Основа этого благосостояния – доверие инвесторов. В Тобольске развивается крупнейший нефтехимический кластер. Тюменская область развивает промышленность и импортозамещение. Обеспечивает себя продовольствием и поставляет его во многие регионы России и другие страны. Мы уверенно смотрим в завтрашний день и делаем ставку на проекты для будущих поколений. Тюменская область – земля больших людей.